the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. And baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back. Иду, иду. 975-й уикенд, считай, открытым. Проходи. Давай не будем ничего готовить. Поедем в пиццу, возьмем еды на вечер. Держи. Че это такое? О! Муха. Какая муха? Новый год на носу, мухи давно все спят. У этой бессонница. На! Че это такое? Уйё. А сколько сегодня народу будет? Да тебе хватит, не заскучаешь. А что это? А это гидрокостюмы. Мой новогодний подарок. Llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, 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 ven. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. Eres destino, te han desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. У вас сегодня кофе? А, молотый. А, нельзя ли мне чашечку одну? Да, пожалуйста, конечно. Может, вы еще на меня и ляжете? О! Спокойно, мы и сами пьем станцию. Хам! Зиночка, как обычно. Ниночка, как обычно. 18, желательно с кузинами. К вам? К нам. А кто проверять будет? Я и Константин. А. Мединспектор. Очень-очень приятно. У нее не были такие клевые глаза, и она была вообще ничего.
Боже, да не может быть! Это же наш дядя Гена! Дядя Гена, какими зубами! Здравствуйте. Я бы вас ни за что не... Угощайтесь! Благодарю, благодарю. Что с вами случилось? Когда Галка застукала меня с одной курочкой в постели, конечно, вынула из дома, а эта курочка как нарочно снесла яичко. По пути института поползли слухи, конечно, пришлось уйти, но я не жалуюсь. Конечно, живу в вагончике, но работаю в одном прибыльном деле. Название говорит само за себя — кооператив «Родничок». Занимаемся поиском воды на садовых участках, а предполагается бурение колодцев тунгусским методом. Неужели? И что, уже бурите? Но этот метод предполагает такой длительной, серьезной подготовки, теоретического обоснования. Но, да, кстати, хочу показать вам мое изобретение. Последнее... Последнее изобретение. Это водомер. Это водомер. Если пружинка вращается, значит, под нами вода. Отпускаем пальчик. Привет. Мужики, если здесь копать, хлынет гейзер. Лучше здесь не копать, а то хлынет что-нибудь другое. Да, действительно. Геннадий Андреевич, вы же были крупным специалистом. Это все в прошлом. Нет, мы вас так не оставим. Едемте к нам, а завтра отпразднуем Новый год. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Я не могу. Да, поехали к нам. Да ладно, учитывай с вами. Поехали. Бандолея, бандолея. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Бандолея, бандолея. Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Проходите, Геннадий Андреевич. Благодарю. Будьте как дома. Раздевайтесь. Вот вешалочка. Наша ванна. А, спасибо. Неожиданно большое. Сегодня мы продолжаем сеанс. Сеанс для всех тех, кто думает и заботится о своем здоровье. Все зависит от биополя, который существует в человеке. Это биополе всегда сопряжено со многими трудностями и сложностями, но все сопряжено с водным пространством, которое окружает всю нашу планету. И вода, как исцелитель жажды, как исцелитель многого-многого в природе неописуемого, дает человеку ощущение или свежести, или шумового эффекта. Вы слышите? Море. Это море воинственно наваливается на человека,
образуются волны. И сколько бы в воде ни был человек, он всегда ощущает в себе прелесть. Заряжайтесь водой, пейте ее. Я тоже любил одно время часто заряжаться по утрам водкой, то есть... Я знаю. Спать. Спать. Угу. Гимнастики для школьников угу. проводит Саша Прокопенко. Чунга. Чунга. Весело. О, так. Холодные, свежие овощи омолаживают кожу лица. А, холодные, свежие овощи и фрукты. Холодные, свежие, свежие, холодные. Чунга-чанга весело живет, чунга-чанга песенки поет. Есть маринованные. Чунга-чанга. Весело живет чунга-чанга, песенки поет. Чунга-чанга весело живет, чунга-чанга, песенки поет. Чунга-чанга весело живет, чунга-чанга, песенки поет. Жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто. Чунга-чанга. Остров золотой. Спать. Кому сказала? Туда! Да я знаю. Чунга-чанга весело поет. Да. Танечка? Угу. Это я. Ну ты чего, скоро? Угу. Ну, давай, я жду. Угу. Угощайся, Геннадий Андреевич. Благодарю. Может быть, вам помочь? Ну, что вы? Мы все сами, отдыхайте. А расскажите о себе, ребята. Да у нас все хорошо. Сделали собственную фирму. Спутниковыми антеннами занимаемся. А что это за антенны? Сейчас покажу. Были где-то здесь. Слушай, они были в холодильнике. Какого черта? Думаешь, я помню? Вот они. Да, Геннадий Андреевич. Этим антеннам мы обязаны своей карьере. У нас их покупают даже за границей. Да. Кстати, ты не забыл, у нас завтра встреча с представителем фирмы. Старик, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Кстати, о шампанском. Ящик на балконе. Я думаю, нам на сегодня хватит, а, Геннадий Андреевич? Наверное. Слушай, а может, сделаем ему новогодний подарок? Пригласим кого-нибудь для души. Можно, звони. Алло! Алло, здравствуйте! Зиночка, будьте добры!
Это кафе. Передайте ей, пожалуйста, что созвонили с санэпидемстанции. Пусть пришлют еще кого-нибудь. Чанга-чанга, песенки поет. Чанга-чанга, песенки поет. Выпей вот это. Это не вредно, Любань? Да ты что? О, мне не да. Да? Что-нибудь чувствуешь? Нет. Почувствуешь позже. Да? А вы куда? Я. Дело в том, что Николай сказал, что у вас будут девушки. Ну и что? Мне надо переодеться. Да зачем? Вам дадим что-нибудь? Нет, 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 нет. Я же не могу в таком виде пристать перед девушками. А мой единственный и неповторимый костюм остался ниже у Галины. Значит так, Новый год. Завтра встречаем у меня. Угу. Поняла? А кто-нибудь еще будет? Пока неизвестно. А как твое новое платье? Да уже почти готово. Буквально несколько петель. Ты его сегодня увидишь в театре. Ты вяжешь его уже, наверное, лет 5. Что? Что такое? Что? Я совсем забыла. Совсем забыла. У нас же сегодня это телевидение. Не очередное заседание клуба уфологов. Я должна там делать доклад. Как же, я забыла. Боже, подожди. Мой. Нет. А на какую тему? Инопланетянин и интимный контакт. О-о-о. Дай-ка мне сосредоточиться. А что будем делать с билетом? Сейчас организуем. Есть тут у меня один мужчина. Любань, я боюсь. А что тут бояться? Мужчина, что надо. Соку. Ну, Любань, вот этого я и боюсь. Алло, Аркадий Андреевич, это я. Ну, я? Ну, я же не Аркадий. Не надо лишних слов. И не надо делать вид, что ты меня не узнаешь. Аркаша рядом со мной находится. Очаровательная женщина, Татьяна Ивановна. Это вариант без промахов. У нее 2 билета в театр. Давай познакомим ее с Михаилом Дмитриевичем. А кто же ты? Маленький шалунишка. Аркадий, я все понимаю, но я не виновата, что прошлый вариант оказался неудачным. Я сама до сих пор не могу понять, зачем эта шизофреничка положила ежа в кровать. Ну и он тоже хорош. Надо же было смотреть, прежде чем ложиться, кретин. В общем, так. Она будет ждать сегодня у театра 18:30. Чего? В шляпе. А, в красной. В красной шляпе, да. Ну, а мы-то с тобой увидимся послезавтра, шалунишка. Как у тебя со свободными параметрами? Чао. Звони. Пока. Умница. Кто-то звонил, нет? Старик. Тут звонили из комитета внешних сношений. Да. Назначали встречу. Ага. Но поскольку твой отец и мой в командировке, то на свидание придется идти тебе. Ага. Ты с ума сошел. Ей же больше 40. Женщина всегда остается женщиной, несмотря на ее возраст. Ну ладно, ты мне лучше скажи, как тебе стол? Знаешь, все клево, но не хватает цветов. Надо съездить. Ну ты эстет.
видать, галка теперь. Не зав рыбным отделом, директор винного. Здравствуйте. Здорово. Ты кто? А вы? Я телевизионный мастер. Я же трубку менять 50 на 100. Но в телевизоре нет такой трубки. Тогда сантехник. У тебя есть унитаз? Чего? Я говорю, унитаз есть? Более... Да, есть унитаз. Прошу вас. Будем менять. Вы так считаете? Давно пора. Так. Послушайте, черт! Что вы здесь делаете? А что тут я делаю? Моя квартира! Я их подарил! Кому? Как кому? Галине! А кто вы такой? Я муж Галины. А ты кто такой? Я ее муж. Откуда ты взялся? Я сын испанских революционеров. Я спрашиваю, откуда взялся? Меня постигло несчастье родиться в вашей стране. Это похоже на правду. Мой дедушка был тореадором. Врешь. Тореадоры никогда не врут. Верю, амиго. Почем? 7 рублей. Пожалуйста. Пожалуйста. Сколько вам? 6 штучек. Ну что, замерз, Иван? Замерз, матка есть, пожалуйста. Амиго, как я соскучился по домашней пище. Благодарю. Ты представить себе не можешь. Правда, у меня была одна повариха на садовом участке, где я занимался водоразработкой. До 10 вечера. А почему до 10 вечера? Потому что после 10 мое тело, уступая ей в габаритах, ощущало всю прелесть фильма ужаса «Кинг-Конг жив». Ладно, пора. Слушай, старик, стольник для театра сатиры добросишь? Во, совсем народ обалдел. Ты что, не видишь, какая машина? Ты знаешь, насчет народа ты верно заметил. Народ обалдел от такой жизни. А вот насчет машины ты погорячился. Это же первая модель запорожца, но в американском стиле. Пусть будет первая модель запорожца, но в американском стиле. А, окей. Слушай, еще полтинник за маленькую услугу. Какую? Сейчас объясню. Oh,
Мой дедушка убил 2500 быков. Выпьем давай за дедушку. Давай. За дедушку твоего бух выпьем. Ну что у нас так? Вот да. Сидим, пьем, разговариваем. А как звать друг друга, не знаем. Давай знакомиться. Давай знакомиться. Геннадий Андреевич. Очень приятно. Мое имя по-русски звучит не совсем прилично. Ну ты скажи, я никому не скажу. Меня зовут Хулио. Я очень переживаю по этому поводу. А ты переживаешь? Да. Хулио, а Хулио об этом думает? Да. Давай выпьем. Да. А я предлагаю выпить за хозяйку дома. А есть? Прячет. Прячет? Да. Сейчас найдем. За мной. О! Открывай! Здесь! Андреич! Как ты меня не искал? Открывай! Прошу. Вас ждать, Михаил Дмитриевич, или как? Да нет, Вась, завтра прямо в министерство. У вас не будет лишнего билетика? Нет, ну что вы. Простите, сударыня, вас зовут не Татьяна Ивановна? Да. А вас? Михаил Дмитриевич. Очень приятно. Ой, а я вас представляла совсем другим. Седым. Как? Разве Любовь Карловна вам еще не рассказывала, что со мной случилось? Нет, а что? Ну что вы, когда я изобрел уникальные гидроабсорборы... Гидро, как вы сказали? Гидроабсорборы. А что это? Ну, как вам сказать? Гидроабсорборы — это гидроабсорборы. Первым, кто их внедрил, был Алан Чумак. В знак признательности, благодарности, он подарил мне 3-литровый баллон воды и сказал, что в мои 45 я буду выглядеть на все 25. Я сам сначала не верил, но когда это случилось, мне стало грустно. Я вам так сочувствую, Михаил Дмитриевич. Да ладно, называйте меня просто Мишей. Кстати, может, сегодня не пойдем в театр, а пойдем куда-нибудь в другое место. Наладим, так сказать, психофизический контакт. А как же билеты? Билеты? Возьмите, пожалуйста. Ой. А как же вы? А мы с тетей решили сходить в ресторан. Всегда к вашим услугам. Большое спасибо. Ты, нет, я тебе скажу. Россия, амиго, это такие просторы, где... Ну, все. А она вместе. Нет. Галина не понимает. Не понимает. И воровать. А поэтому я ушел. Уж ты идешь? Уйдешь?
Уйдешь. Ну что она не понимает испанской революции? Вместе уйдем. Вместе уйдем. Вот это возьмем с собой. Партизаны. В контрас! Ну. Уйдем? Уйдем. Уйдем. Гулё, ты наш человек! Я ваш человек. Но! Ну, пасаран! Это санэпидемстанция? Да. Поголовные прививки. Маша. Да. Наташа. Ага. Нина. Да. Марина. Катя. Мальвина. Сколько же вас? Как заказывали. Да, но... Просили еще кого-нибудь. Но... Подождите меня здесь, Татьяна Ивановна. Вестон 83858, как слышите, прием. Сегодня тут много наших проходило. 68 человек, а что? Маловато что-то сегодня наших. Видишь, за моей спиной стоит женщина. Это наш агент. Никого не впускать, никого не выпускать. Возможно, будем стрелять. Задание понял? Понял. Понял, товарищ старший лейтенант. Есть. Проходите, Татьяна Ивановна. Вот, прошло. Так, ну, девочки, за вас. Ну, с чего начнем? Может, сдержаться? Вы мои красавицы. Официант, налейте шампанского. Само собой. А что у вас такой холод? Отопление отключили. Вы бы оделись, Михаил Дмитриевич. Одевайтесь, одевайтесь. Одевайтесь, одевайтесь, одевайтесь. А почему льда нет? Забастовка, как всегда. Забастовка в Антарктиде. Михаил Дмитриевич, я так давно не была в ресторане. А вы? Вы знаете, Татьяна Ивановна, я холостяк, так что мне частенько приходится бывать в ресторане. Да. А Любовь Карловна рассказывала, что вы развелись, и у вас сын. Рассказывала? Да, сын, Костя. Эх, дожили бы нормально, если бы не помолодел. А то помолодел стали с сыном одногодки. Жена совсем одурела. Теща тоже сошла с ума. Кричала, Рима, Рима, пока он не постареет, ты с ним не гугу. Ну, я, естественно, не выдержал. Собрал вещи, объяснил им, что со мной будет, когда я постарею. И ушел к сыну жить. Вы когда-нибудь испытывали оргазм? Скажите, а когда у нас начнут делать хорошие матрасы? Матрас пережиток. Габак способствует. Я вас заряжу. Заряжу. А, наливайте. Нет. Сюда. Ничего, Михаил Дмитриевич, что не сбудется, позабудется. Пошли потанцуем, погреемся. С удовольствием. Thank you.
Вы так грациозно танцуете. Это у меня осталось от службы в кавалерии. Мишель, а нельзя так сделать, чтобы я помолодела, как и ты? Знаешь, мы недавно позвонили и сообщили, что последний опыт женщины лет 50 оказался весьма плачевным. Ее бедняжку довели до состояния эмбриона. Представляешь? Так что я не хочу, чтобы тебя постигла та же участь. И вообще, зачем тебе это? Ты молодая, красивая. Я, например, хочу видеть тебя такой, какая ты и есть. Да? Спасибо тебе за комплимент. Мишель, а почему бы нам не продолжить этот вечер? М? Что, прям так сразу? Ну, мы же не маленькие. Уходим? Уходим, птичка. Да. А глины все нет. Да, хорошо. А ты не волнуйся, как? Старик. Сегодня у них, наверное, гестапо ревизию делает. Гестапо? Ну, а что касается передачи в бутырку, ну, будем носить вместе. Андрей, в бутырку. Все время. В бутырку. Сразу сказал. Галина? А вот и дедушка Мороз. Подарки вам принес. Ну что за сраться? Да, проводы мне устроили, мы, да. Торжественно. А хотите, чтоб я быстрее в тюрьму загремела? А вот это, вот это, видели? Хорошая елочка была. Ты для хороших людей ничего не жалко. Вот тебе бутылка, вот тебе тюрьма, вот тебе передача, вот тебе гестапо, вот, подлецы, все устало, надоело. Галя, умоляю. Галя, чем ты? Мой коньяк обнаружили! Все, убирайтесь, хотите, надоело! Успокоить. Видеть вас больше просто не могу, алкоголик! Все, хватит! Торжусь. И ты убирайся, все! Надоели вы мне! Вот я вам, да нитки меня обобрали, а? Не нас, по голове! Шлюхам! Валите к шлюхам! Чтоб ноги вашей в моем доме не было! Подружились, надо же, а? В халате! Елочкой прикроешься! Не забудешь вас никогда! Андрей, все нормально. Мотор! Мотор! Он и... А мы... Присядь.
Федя, прошу, присядь, потому что ты замерзнешь. Вот. Андрюс, мы с тобой на улице, но я тебя люблю, амиго, я люблю тебя, Андрюс! Мато! Мужики, кто последний? Спокойно. Вот мы уедем, ты будешь за нами. А у вас кооперативный платный? И это для иностранцев. За валюту? За валюту. Не зеленых тут рубля. Слушай, старче, это не та зелень. Он... Стоп, мотор, стоп, мотор! Простите. Вы нас могли бы подвезти? А деньги у вас есть? Понимаете, я вам сейчас все объясню. Это испанец. Ну тогда пусть гонит валюту. Он случайно оказался в нашей стране. $10. Его временно приютила моя жена и... $15. А мы их потратили. Куда? На сантехнику. Ну тогда пусть гонит сантехнику. Птичка моя, я об этом не мечтал всю жизнь. Птенчик мой, а я... Убью! Я тебя сразу полюбил, как родного. И я тебя. А где мы сейчас? Ну, здесь. А куда едем? Туда. А зачем? Так и надо. Что-то с мотором. Дальше не поеду. Что с мотором? Что, говори? Шеф. Все, дальше не поеду. Все, вылезайте. Амиго, Андреич, ты... Прошу. Замечательный человек. Амиго, я тебя полюбил. Я расскажу тебе. Потому что ты... Я тебе расскажу своему деду. Терро, мотор. Новый год настает. Амиго. Точный вон не мерз даже в декабре. Я боюсь потерять шапку. Ныряй, здесь где-то труба. Что? Девушки нет, нет, нет. Её картины просто блеск. Здравствуйте. Извините, Ивана, можно? Ваня, тебе пришли. Извините, пожалуйста. Осторожно. Осторожно же.
Свяжемся, Это ты? Познакомься, Татьяна Ивановна. Это мой сын. В чем дело? Мне же девочки решили освежиться, мы играли в нырки. Нырки? А что это? Нырки? Это нырки? Это интересно. Я надеюсь, ты не забыла надеть гидрокостюм, а? Да, но я забыл его снять. Да, да, я забыл его снять. Оденься, Абултов. Все, проходите, Татьяна Ивановна. Оденься, кому говорю. Да ладно, ничего, хорошая жизнь. Что это, Андреич? Где мы? На дне. Где? На дне. Люди. Ну, немножко пахнет, но зато тепло. А откуда мы родом-то? Мы из Чаплыгин. А, садись. Хулио, присаживайся. А на Курском? Отдохнем. Кафе. Че? И туалет. Полный кар. А грызуны какие там были грызуны? Я их тут всех перетравил. Здесь теперь выйдет, и чистота стерильная. И за что ж будем пить? Ну что же, друзья, с наступающим Новым годом! И за испанскую революцию! У нас тоже была революция. Поэтому мы здесь сидим, друзья. Не надо о плохом. Скоро Новый год. И давайте выпьем за него. Хуя. Мы... Ну, мне пора. Ну, пора нам, понимаешь, пора. Ну, пора нам. Ну ладно, от нашего стола к вашему столу. Вот это хорошо. Хулио, пойдем, пойдем. Жаль, пойдем. Мало посидели, Андреич. Давай, давай, пойдем, давай, давай. Пока, Чё, пока. Не будешь, да? Да, да, ну. Ты шо, коза? Ты в болоте жить и квакать, а? Не возникай! Умоль, спалю, как ведьма! Татьяна Ивановна, вы будете кофе с коньяком или с мороженым? С удовольствием. Мишель, а вы когда-нибудь смотрели фильм «Девять с половиной недель»? Да, а что? Вы себя вылили. Банку надо. Боже, Татьяна Ивановна, так там же находился клей, суперцемент. Быстрее в ванну, а то ваше платье и мой костюм останутся единственными. Здорово, орлы! Ой, пардон, орлы. Ну что ж, встречайте. Правда, я не один. Ну, показывайте вашу даму. А это не дама, это мой друг Хулио. Заходи, осторожно, заходи. Знакомьтесь, Хулио, сын испанских революционеров, второй муж моей первой жены, выгнанный 2 часа тому назад вместе со мной из дома. Знакомься, Костик, это Коля, звезды будущего космического бизнеса, директора фирмы, которой, я надеюсь, скоро буду работать. Коля, для Субрео, девочка милая, как... Держите мальчика. Ванну. Ванну! Амиго, горячая ванна и коньяк – лучшее средство от недуга. И, по возможности, теплая женщина. Официант. Ой, кто это?
Кого подсадили за мой столик? Это мужчина. Да-да, наливайте. С удовольствием. Прошу. Да-да-да-да-да-да-да-да. Пей. Да-да-да, амиго. Да-да-да-да-да-да. А ты милый. А вы когда-нибудь играли в нырки? Кто я? Да нет, вот за столиком. Андреич, а кто это? Это русалка. Ты как будто в море. А скажите, вы когда-нибудь играли в нырки? Да нет, за столиком. Ты нырял? А что такое нырки? Нырки – это нырки. Трубы горят. Может, водички купим, а? Лучше позвони в офис. Скажи, что будем через 10 минут. Что, Костя, абстиненция? Занят. Привет, Галчонок. Здравствуйте. Привет. Только что звонили и просили передать, что господин Синьсяо сейчас приедет. Угу. И еще, когда я пришла, Николай Аркадьевич, на автоответчике был очень странный текст. Да, и какой же? Послушайте. Михаил Дмитриевич, здравствуйте. Это Любовь Карловна. Я так рада, что у вас с Татьяной Ивановной сложилось все так удачно. Главное, вы любите друг друга. А остальное вплоть до медового месяца я беру на себя. Чао. Слушай, Гал, у меня к тебе убедительная просьба. Если еще впредь будут звонить и спрашивать Михаила Дмитриевича, скажи, что он уехал в город Сочи. Ну, ты сама понимаешь, там темные ночи. И потерялся. Хорошо? Хорошо. Да-да. Алло, Мишель, это ты? Да. Это Татьяна Ивановна. Кто? Татьяна Ивановна? Сегодня вечером я тебя жду на клубничный пирог. Очень жаль, но я обещал провести вечер с сыном. Костей? Он чудный парень. Приезжайте вместе. С Костей? Я думаю, он будет очень рад. Ты чего, тебя крышит? Ну? Синьсяо. Вика? Синьсяо. Синьсяо. How do you do? How do you do? Do you do how? Меткох бонсо гунак бы пеши везли для Феникс. Вифиль кост? Фирсан забите. Джезлимете кончессо. Йок. Ох, мать. Прошу. Пам, новость есть у меня. В дальнейшем мы будем покупать все производимые вами антенны. Прекрасно. Это солидная сделка. Мы очень рады, что наш товар пользуется спросом. И мы очень рады, очень рады. Синьсяо, Синьсяо, очень рады, что вы рады. А зачем вам столько антенн? Наверное, для спутниковой связи? Но мы из них делаем авторуцкие. Руцкие, да. Они очень плясят на солнце. Тусемцам очень нравится. Мы их продаем в третьи страны. О, как-то по-русски, так сказать, сначала ними писут, ну, если умеют, если умеют, а потом делают вот так. Ой, извините. О, сики мносота! Сики, 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 сики! Прошу. До свидания, господа. До свидания. Может, выпьем шампанского? Шампанского выпьем? Ну, так.
шампанское саке, сика мы на света синсяо. Ну, с Новым годом вас. Я себе все мог представить, но чтобы видеть тебя здесь, сидящий рядом. Сколько лет прошло? 5. Неплохо выглядишь. Спасибо. Прости, нам надо поговорить. О чем? О дилижансах? Хорошо. С новым ходом вас. С новым ходом. Удачи. До свидания, господа. Осень на спису. С Новым годом. С Новым годом. Чинсяо. Слушай, Кость, она номер квартиры назвала? Да, но я забыл. Ой. А какой этаж? Кажется, 9. Точно? Найдем, не волнуйся. Ну что, ты любишь клубничный пирог? Ужасно. Ой, здравствуйте! Я был так уверен! Я надеялся, что вы придете! Мадана, накрывай на стол, женихи пришли! Погулять с девушкой, это, конечно, приятно, да. Но когда ребенок рождается без отца, это очень плохо. Должен вам сказать, что вы оба вылитые копии ребенка. Один отец, хорошо, два лучше. Я в родители пошел, пусть меня научат. Банана, это они. Ну, папа, я не помню. Как это ты не помнишь? Посмотри, это же вылитые копии нашего первого ребенка. А это, чем не отец второго нашего ребенка? А может, они там двойня? Не волнуйся, найдем третьего отца. Проходи, проходи, дорогой, проходи. Как хорошо сидим, большая дружная семья. Хорошо сидим, торт красивый. Простите, у вас, наверное, в семье кто-нибудь фармацевт? Нет, нет, что ты. Это наша теща кушает мороженое из вазочки. Понятно. Скажите, можно нам пойти покурить? Папа! Манана, Манана, можно только на балкон? Папа! Манана, с 9-го этажа еще никто не уходил. После вчерашнего совсем память отшибу. Влипли, что же делать? Давай на соседний. Давай. Скажите, а что вы испытали, когда увидели в своей квартире инопланетян? Ну, во-первых, они вошли ко мне через балкон. И вот как только вот они появились через балкон, вот коль бы они вошли, сразу волны такие в квартире, вы знаете, со стороны балкона волна такая пошла на меня накатывать, пульсация такая пошла, вы знаете, и повеяло дыханием просто неземным, просто дыханием, и волшебство какое-то началось, вы знаете, я почувствовала, это было что-то, вот это было похоже, я не знаю, это было похоже. Подробнее, пожалуйста. Это было похоже, но я не знаю, на земных ощущениях. Не надо кричать. Я приветствую вас на планете Земля. Ну, я с вами Модернест, мы, кажется, не там приземлились. Опять? Нет! Вы приземлились там, где надо. Меня зовут Любовь, а вас? Пизотрон Третий. Где у вас тут находится туалет? Пизотрон... Это экстаз. Там бывают. Без контакта. На них были шлемы, шлемы. Такие, вы знаете, прозрачные белые шары. Шары такие прозрачные, белые шары. Потом я попала в астрал. В астрал попала, и там чистота, белизна, исключительная белизна. Но я одна. Где же они? Я их ищу. Я всегда буду вместе с вами. Мишель, ты уже здесь. Спокойно. Спокойно, Татьяна Ивановна. Я, кажется, забыл выключить зажигание.
Прости, малыш, я, наверное, ошибся квартиры, хотя здесь когда-то жила Вика. Мамы еще нет, она на работе, но скоро должна прийти. Если хочешь, заходи. Спасибо большое. Меня зовут Коля, а тебя? Меня тоже Коля. Слушай, Николай, а сколько тебе лет? Скоро 8, а пока 4. Да? Слушай, а где твой папа? Я его никогда не видел, но мама сказала, что он уехал заниматься на физику. Ну, так хочется, чтобы он поскорее приехал. Ну, а как у тебя дела в садике? Хорошо? Ничего, нормально. Вчера был у девчонки на день рождения. Все говорят, что она очень красивая. Ну, а тебе она как? Да ну её, воображает! Вот девчонка из фильма «Эммануэль», вот это класс! Ха-ха-ха, иди ко мне. Cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti.